прошлом году, когда случилась проблема с коронавирусом, когда увидела, как наше государство относится к людям, стала интересоваться, вот увидела всю ситуацию, поэтому еще хочу просто свободные выборы, честные, справедливые. Просто надеюсь, что люди хотя бы сплотятся, как-то выйдут на улицу. А по поводу коронавируса, что меня возмутило, это, во-первых, статистика, которая явно фальшивая, которая явно не говорит никакой правды, нет статистики в нашей. Что касается количества зараженных, и то же самое касается тех, кто умер от коронавируса. Но то, что у нас не отменили ни парад, не отменили ни спортивные мероприятия никакие, то, что у нас не отменили вообще какие-то массовые мероприятия, те же походы в церкви на Пасху. Вот это все можно было просто не делать, и ничего бы от этого хуже не стало. А это могло бы спасти многие жизни, но этого не было сделано.